стенах старейшего учебного заведения Сибири, Омском кадетском корпусе, прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою. 12 клубов Омской области и 2 команды из Новосибирской Тюмени представили своих спортсменов. Около 130 участников от 14 до 17 лет показали мастерство владения боевым искусством. Бокс, карате, самбо, дзюдо, джиу-джитсу. Армейский рукопашный бой сочетает в себе технические приемы нескольких боевых систем, став необходимой частью в подготовке настоящего бойца. Армейский рукопашный бой в Омске любят. Секции есть в каждом районе города. Отсюда и высокая конкуренция на соревнованиях, где даже признанные фавориты могут остаться без награды. Победитель прошлогоднего чемпионата России Александр Гера – один из сильнейших в своем возрасте. Здесь, на татами, одержать верх над соперником ему не удалось. Равные соперники. Очень трудно было. Решалось буквально несколько баллов, но вот не смог. Уже почти около 10 лет занимаюсь, ну, с раннего возраста. Ну, мне очень нравится. Все, ну как, занимаюсь, стараюсь. Федерация армейского рукопашного боя совместно с региональным министерством спорта ежегодно проводит по 10-11 турниров для разных возрастных групп. Омские бойцы по праву считаются лучшими в России. Последние 2 года команда сборной Омской области находится на олимпе, можно сказать, армейского рукопашного боя России. В 2012 году мы заняли в Московской области, в город Видное, 2-е место общекомандное. В том году в Новосибирске на первенство России мы стали чемпионами России. То есть команда Омской области 2 года подряд находится в лидерах среди всех субъектов Российской Федерации. По итогам первенства региона была сформирована сборная Омской области для участия в первенстве России, которое пройдет в Казани с 28 по 30 марта.